Hi everyone, здравствуйте, 11 класс. The topic of our lesson is comparison. Тема нашего сегодняшнего урока – это степени сравнения прилагательных. Итак, в английском языке есть две степени сравнения – это сравнительное и превосходное. Есть несколько правил, как образуется сравнительная и превосходная степень прилагательных. Итак, правило номер один – это прилагательные с одним слогом, простые прилагательные, например, big, bigger, the biggest. К сравнительной степени мы добавляем суффикс -ir, к превосходной – суффикс -ist, ну и артикль the. Например, Mike is taller than Kate. Mike выше, чем Kate. Shanghai is the biggest city in the world. Shanghai – the biggest, самый большой город в мире. Далее. Правило второе – с двумя и более слогами. Beautiful – это у нас прилагательное, которое состоит из двух и более слогов. Итак, beautiful – красивый, more beautiful – более красивый, и the most beautiful – самый красивый. Hotel is the more comfortable than hostel. Отель более комфортабельный, чем hostel. Итак, более комфортабельный, мы здесь добавляем слово more. Не забываем про вот это слово, когда мы сравним что-то с чем-то, мы говорим чем. Than. He is the most intelligent. Он самый умный. Итак, по этим двум правилам у нас образуются сравнительные и превосходные степени в английском языке. И последнее, что нужно запомнить, это исключение. Good. Хорошо. Better. Лучше. The best. Самый лучший. Bad. Плохой. Worse. Хуже. The worst. Самый худший. Little – мало, less – меньше, the least – меньше всего. Much – many – много, more – больше, the most – больше всего. Окей, сейчас выполните, пожалуйста, задание на странице номер 26, упражнение номер 5 письменно.